На месте. Мы приветствуем Иварса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Иварса под ногами. 360 градусов вокруг него. Это все заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Иварса. Находит все. Арахноид. Синий дракон. Суккуб. Джин и бес. Какая веселая команда. Сразу спрашиваю, кто из вас присутствует в квартире? Мы ее чистим сегодня тоже. Арахноид. Еще кто? Синий дракон. Да. Бес и джин. Только суккуб не присутствует. Понятно. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Вы знаете, вы находитесь на чистке. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. И я даю команду тонкой копии Иварса спроецировать все энергетические и сферические каналы к Иварсу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить, возвращается к ним. Какой у нас бес? Считай цифры над головой, пока реверс идет. 8. Сколько ты находился в этом биополе в доме? Биополе 3 года. У него большая палка в ногах. И он этой палкой использует, он его бьет, он его гонит куда-то физические упражнения делать. Ты что, любитель спорта? Да, пусть шевелится. И вырабатывает тебе энергию усталости? Да. Все понятно. Хорошо, Джин, цифры над головой считай, пожалуйста. 21.07. Сколько ты находишься, Джин, в его биополе? Джину ходить хотел уже, Джину неуютно здесь. 7 месяцев нахожусь. А что тебе неуютно, объясни? Джин хороший. А кто тебя обижает, если ты хочешь уходить? Что тебе здесь неуютно? Да, можно остаться. Нет, конечно. Я просто хотел спросить. Ты меня действительно считаешь за наивного такого? Соберу все, что скажешь. Ты, конечно, соберешь. Куда ты денешься? Хорошо, суккуб, сколько ты находился в этом биополе? Сейчас, подожди, Джин показывает. Он, ему нравится, как он разговаривает, как он говорит, объясняет, планирует, консультирует. Работает, что ли? Работает, конечно. А какой твой интерес в этом? Он подкидывает ему энергии для этого. Красиво говорить. А что, без себя он не умеет красиво говорить? И какую плату он за это платит? Со мной это дольше, убедительнее. Понятно. И какую плату он за это платит? Денежки. Денежки. Джин работает. Итак, суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 7 месяцев. Синий дракон, цифры над головой? 34.21. Сколько находится синий дракон здесь? 7 лет. И арахноид. Сколько ты уже плетешь паутину? Он сидит на коронной чакре. Угу. Лапу подвернул под себя. Надулся. И кашу варит. Каша в голове. Итак, сколько ты находился, арахноид? 2 года 7 месяцев. Реверс закончился? Да. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Ивар забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Ивар себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Увеличивает скорость, как-то медленно идут они. Усилие все потоки в 100 раз. Пошел мощный поток. Готово. Хорошо, начинаем с беса. Бес, выходи, вытаскивай все, что я оставил в его биополе, приступая. Есть лярвы в биополе Иварса? На ноги нагрузка у него. И плюс там палка это была еще, бес он ее снял. Так есть лярвы? Да, на ногах. Хорошо, хочешь ее забрать? Да, хочет. Хорошо. Он все снял, Вера? Да. Разрешаю тебе забрать эту лярву, возвращайся назад. Готов. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки, втягивай все в себя, ничего не забывай. Приступай. Готово. Хорошо, суккуб, твоя очередь, выходи. Отключайся полностью, снимай все, что ты оставил в его биополе, ничего не забывай. Есть. Синий дракон, твоя очередь, выходи. Снимай все свои платы, отключайся полностью. Докладывай о готовности к проверке. Приступай. Готов.
Хорошо. И арахноид, выходи. Снимай все, что ты оставил в его биополе, вытаскивай, ничего не забывай, приступай. У него как гнездо в голове. Можно представить, что, там было. Коронная чакра. Он забирал все фиолетовые энергии. Он рос на них. Готово. Хорошо. Все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Иварса с арахноидом, синим драконом, суккубом, джином и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Бес, джин, синий дракон и арахноид. Я сейчас открою два портала в квартиру Иварса. Бес и джин уйдут в один портал, синий дракон, арахноид, другой портал. Вы соберете за это время все, что оставили на своих частотах, все ваши подключки соберете. Я приду, проверю и открою вам портал на вашу частоту. В первый раз отпускаю. Все понятно? Понятно. Открывается два портала. Два портала в квартиру Иварса. Один, два, три. В один портал уходит бес, за ним джин. В другой портал уходит синий дракон и арахноид. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо, суккуб. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Один, два, три. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Хорошо, Иварс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Уверенно чувствую. Мне это важно. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас я буду приглашать его в нашу комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Иварса. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Иварса. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую вас. Приветствую. Я осмотрюсь немного. Здесь Пошел. Безопасно. Так и есть. Позитивные энергии, вражеские не настроенные. Можно расслабиться. Абсолютно верно. Чувствуйте себя как дома. Мое имя Агрипи или Агри. Зовите как удобно. Агри. Или Агри. Я не расслышал акустически. Или Агрипи. Агрипи. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного Иварса. Убрали все, что ему там мешает. И он написал еще 10 вопросов, которые он хотел бы вам задать. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Для этого я пересек время и пространство, чтобы быть здесь. Благодарю вас. Я начинаю с вашего позволения с первого вопроса. Моя планета. Вопросительный знак. Правильно было спросить происхождение моей души. Ну, вот так вот. Твоя планета Уран. Душа с Урана. И мы приветствуем представителя Урана в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Очень приятное приветствие. Мне отзывается ваше приветствие. Благодарю вас. Можем идти дальше? Да. Второй вопрос. Мой источник энергии. Вопросительный знак. Твой источник энергии внутри себя. Твой энергетический стержень и энергетические центры нужны для того, чтобы ты подпитывал, заряжал и находил энергию внутреннюю, аккумулируя ее радостью, доверием, уверенностью. Энергии Урана неоново-зеленого цвета. Они гаснут вместе с твоими сомнениями. Быть уверенным – это важно для тебя, именно потому, что твои сомнения исчезают, а энергии внутренние растекаются, как реки. Есть определенные вены, по которым идет энергия Урана. Это внутренний дух, душа. И твой стержень состоят из таких энергий. Как ручьи, они растекаются внутри тебя. Когда ты уверен, они наполнены, светят энергией и позитивными мыслями, а также прекрасными идеями для воплощения. Твое сомнение приносит хаос,
и соответственно загасание энергии Урана. Я ответил. Безусловно, благодарю вас, уважаемая Гриппи, за этот развернутый ответ. Я перехожу к третьему вопросу. Какой возраст моей души? 28 тысяч лет. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Сколько кармических узлов я прошел и сколько еще осталось? 3 кармических узла прошел, осталось 2, всего 5. Благодарю вас. Пятый вопрос. Есть ли какие-то дыры, по которым утекает энергия, любовь и финансы? Есть. Первая дыра – это сомнение. Вторая дыра – это страх. Страх перемены как жизни, так и внутреннего состояния. Это самый главный тормоз или дыры, как ты это назвал. Сомнение и страх изменений. Благодарю вас, уважаемая Гриппи. Перемен, я бы сказал. Извини. Страх перемен, но это выйти из своей зоны комфорта, скорее всего. Я благодарю вас за этот ответ. Я перехожу с вашего разрешения к следующему вопросу. Шестое. Какие действия необходимо выполнить, чтобы держаться чистым? Первое действие – тебе нужно довериться твоим родным энергиям и почувствовать их. Постараться представить, как я уже объяснил, как они выглядят. Это первое действие твоих родных энергий. Дальше твои энергии находятся в каждой твоей чакре. Как они выглядят визуально, ты знаешь. Энергию, вибрацию и цвет каждой чакры примерно понятно и давно есть на Земле. Можно представить и закачивать энергию, когда тебе необходимо, представляя, как наполняются твои и энергетические центры чистой энергией. Каждая энергия отвечает за определенное настроение, чувства, эмоции, а также физические органы в твоем биороботе. Второе – это сброс накопленного негатива за весь день, который ты можешь вытеснять из себя и удалять в галактическое ядро. Третье и самое простое – это универсальная защита Меркаба, которая имеет связь с планетой Земля и космическими структурами, связь Земли и космоса. Это достаточно, чтобы начать визуализировать, представлять и верить в защиту энергии и свои родные, как я уже сказал, энергии Урана. Начни сначала, дальше придет информация. Я ответил. Я благодарю вас, уважаемая Гриппи. Перехожу к следующему, седьмому вопросу. Кто я был в прошлой жизни? Скорее всего, речь идет о жизни на Земле, я полагаю. Потому что прошлая жизнь – это жизнь перед жизнью. Ты был, есть и будешь душой с Урана. Прошлое воплощение на Земле было в 1785 году. В Нью-Йорке. Газеты. Ты печатал газеты. Информационные каналы были связаны с журналистикой. Как его жизнь прошла? Мужчина. Семья, дети? Да, была женщина. И как, в общем, прошел, какой он опыт получил в той жизни? Если так еще можно, наводящий вопрос. Отношения были очень болезненные. От любви до ненависти. Большой диапазон. Диапазон эмоций и чувств. Благодарю за правильное слово. Прыгал от любви до ненависти в разные состояния, что делало тебя нервным и депрессивным. Нашел силы прервать эти отношения и переехал во Францию, в деревню, разводил виноград и делал вино. Нашел спокойную жизнь. Была жена. И 2 детей. Понимание и любовь в семье. Прекрасный жизненный опыт. Чувств, эмоций и вложения. Соединение с землей и уход за виноградом, а также солнечной энергией принесли свой баланс в твою жизнь.
и гармонию. Очень интересная история. Вторую половину жизни он все выправил, и все изменил, и все получилось у него. Замечательно. Благодарю вас, уважаемый Агриппий. Я лишь хотел добавить, что пожалуйста, солнечные энергии, они важны для всех и несут определенную гармонию и наполнение цветами. Я имею в виду, без солнца трава не будет зеленой. Солнечная энергия имеет определенным зарядом зажигать цвета в душах растений, животных, людей и всего живого на Земле. В прошлой жизни гармония была найдена, соединив это с растениями, землей, солнечными энергиями, энергиями Урана, переосмыслив и сбалансированно распределив свои энергии. Все. Благодарю вас, Агриппий. Перехожу к восьмому вопросу. Как мне работать со своими энергиями? Как я сказал выше, энергетические центры или чакры должны быть наполнены определенными цветами. Твои родные энергии находятся внутри тебя по стержню энергетических центров. Ты можешь наполняться ими, расширяя и распределяя по всему организму и тонким телам энергии Урана, направляя их в правильное место, балансируя энергии. А также ты можешь излучать, направляя эти энергии в больные или уставшие места. Визуализация – это то, что поможет наполнению и работе этих энергий. Я закончил и слушаю тебя. Я благодарю вас. Девятый вопрос. Какой уровень моего высшего я? 10 уровень высшего я. Благодарю вас, Агриппий. Следующий вопрос. Последний, 10. Как мне использовать свой потенциал? Чтобы использовать потенциал, нужно внутренне чувствовать его, доверять ему и направлять в правильное русло. Посмотри внимательно на опыт прошлой жизни. Как ты прекрасно распределил соединение, еще раз повторю, растений, земных энергий, энергии Урана и энергии Солнца. Это были главные энергии, которые ты вмешал в свою жизнь, соответственно, притянув теплые и позитивные энергии второй половины детей дома и, в общем, сбалансировал и циркулировал эти энергии для жизни семьи, экономического положения и просто приятного хобби и времяпровождения. Жизнь была наполнена и счастлива. Постарайся прислушаться к своей внутренней энергии, доверившись ей. Без доверия не получится сбалансированного опыта. Сомнения дают хаос и погашают энергии, как я уже сказал выше. Поэтому прислушайся внутри себя, проанализируй твой поток, он приведет тебя к правильному, к правильной идее, если будет доверие внутреннее. Я закончил. Уважаемый Агриппий, вопросов больше нет. Если вы хотите от себя что-то еще добавить или активировать его стержень, это был бы самый лучший момент. Энергии Урана активированы. Тогда остался маленький нюанс. У нас в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую уже на Уране знают. Каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает, мы всегда делаем один определенный подарок. Мы сегодня говорили много о солнце. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение куратора Агриппия, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой прекрасной встрече. Великолепный подарок. Я нахожу здесь виноград, о котором мы столько говорили. Так и он есть. Разных сортов, а это значит разные идеи, мысли и правильные, сбалансированные поступки были сделаны. Благодарю. И мы благодарим вас.
Традиционно передавайте привет Урану на этом месте. От нас с Верой мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать эти преграды, которые мешают развиваться, открыть эти двери, в которые они уже пойдут сами. Очень полезная встреча. Я обязательно буду помнить про ваши слова. Благодарю вас за эту встречу. Благодарим мы вас, уважаемая Агриппия. Я говорю, до скорых встреч. Всего вам наилучшего. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Иварс, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Очень интересные ответы. Работайте над собой, вам дали четкие инструкции. Все остальное, как выдавливать энергию, мы показали в этом сеансе. Как ставить меркабу, защиту, мы вам показали в этом сеансе. Наш администратор после сеанса перешлет вам дополнительную информацию с текстом манифеста. И желаем вам всего наилучшего. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры.